Сегодня в программе. Вы создаете вот эти вот пассы, и они на меня влияют очень сильно. Энергетическое поле не может вредить человеку. Нет, оно не вредит, оно сбивает меня с мысли. Я вопрос не могу сформулировать. Жена Виталия Захарченко, Ольга, считает, что у их брака слабое энергетическое поле, и поэтому все выходные Ольга проводит у таинственного целителя, который помогает ей это поле восстановить. Виталий же уверен, что жена ему изменяет, да еще на ней лежит вина в болезни дочери, и поэтому он настаивает на разводе. Оль, ну зачем ты-то за Валей эту ересь полоумную всю повторяешь? Ну, ваша честь, не такой я плохой. Это правда. Не такой я плохой, как все рисуют они. А попугая кто убил на глазах у детей? Да не помню я такого. Валентина Гришина устала бороться с беспробудным пьянством мужа Егора. И после очередного запоя супруга решила с ним развестись. Егор против развода. Он не считает себя алкоголиком и упрекает жену в недостаточной заботе. А кроме того, как порядочный мужчина не хочет бросать троих детей. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Захарченко Виталия Александровича к Захарченко Ольге Евгеньевне о расторжении брака и определении места жительства ребенка Анастасии, 14 лет, с истцом. Ответчик с иском в части развода согласна, но заявляет встречные иски об определении места жительства ребенка с ней, а также о разделе в равных долях совместно нажитого имущества – трехкомнатной квартиры общей площадью 78 квадратных метров стоимостью 12 миллионов рублей и о взыскании алиментов на содержание ребенка в размере 25% от доходов истца. В браке вы зарегистрированы 15 лет, несовершеннолетний ребенок у вас, Анастасия, ей 14 лет. И у нас дело слушается с представителем органов опеки и попечительства Крамаренко Татьяной Борисовной. Виталий Александрович, скажите, пожалуйста, причина развода какова? Причина, что по вине моей жены моя дочь попала в смертельную опасность. Ну, пожалуйста, поподробнее об этом. И заодно расскажите, пожалуйста, вы столько лет в браке. Как отношения ваши складывались в этот период? Хорошо. Да, заметили, мы в браке 15 лет. Вот где-то год назад у нас стали часто появляться ссоры. Ругаться стали по всяким пустякам. Там посуда не мыта или двойки у дочери. И жена моя в интернете где-то вычитала, что у нас якобы энергетическое поле брака ослабилось. И без моего ведома она... кому-то целителю-мошеннику направилась за город. Где она, кстати, мошенник. Мы это выясним позже. Где она сейчас все выходные постоянно проводит. Вот. Жена решила, что энергетическое поле еще и у дочери нашей повреждено. И отправилась вот к этому источнику света. А меня не было в то время в городе, я в Барнауле новый магазин открывал в своей сети. А когда вернулся, дочь лежит вся в поту, плачет, температура у нее. И выяснилось... что, следственно, они туда ездили с женой, и все вместе вот с этим целитель... И дочка ездила туда, дочка, да? ездила, да, целитель там этот был, еще какие-то мужчины, женщины ходили в сауну. Целитель в кавычках мы ну, имеем да, в виду. Мошенник, да, неправда, такого не так, было. Так, 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 и что случилось с ребенком, это важно. И, соответственно, они вот в сауну ходили, там чем-то обтирались, обливались, и ростки сои какие-то там ели, проросшие, непонятные. И вот что вернулось, и ей стало плохо после этого посещения. Ну, от ростков сои температура не поднимется. Ну, я же говорю то, может, что ребенок просто простыл, а вы сгущаете краски? Ну, это же с ее слов. Ну, не все было не так совершенно. Виталик, ты передергивай. Это я передергиваю. Хорошо, хорошо. Ольга Евгеньевна, у вас тоже есть возможность изложить суду свою позицию. Пожалуйста. Целитель здесь совсем ни при чем, ваша честь. Он не говорит, что причиной наших скандалов было мое желание заняться бизнесом. Бизнес. Ему очень удобно и комфортно, когда его супруга – это мебель, пристройка к стиральной машине, кухне и постели. Ну, но я не подписывалась что? Всю жизнь работать домохозяйкой. Я тоже хочу реализовать себя профессионально. Настя выросла, не нуждается в такой заботе, как младенец. У меня экономическое образование. Я составила бизнес-план по открытию цветочного магазина. Видела я этот бизнес-план, ага. Да, и открывалась я на собственные деньги с продажи бабушкиной дачи, полученной в наследство. Виталик был страшно возмущен. Он орал, что я тупая дура, слила деньги вообще в унитаз. А я-то думала, что муж порадуется моим успехом. Пусть прибыль пока небольшая, но в минус я тоже не ушла. Какая вы можете прибыль? В этом убедиться. Налоги вот убери и все.
Понимаете, я, честное слово, пыталась сохранить мир в нашей семье, но я не знала, как. И тогда я обратилась к интернету, стала искать там семейных психологов. Но наткнулась на пост энергетической школы «Источник света». Там одна девушка описывает такую же ситуацию, как у меня. И я решила пойти в эту школу. И скажу сразу, что никакой религии там не проповедуют. Просто целитель, его Третьюк Матвей Павлович зовут. Целитель, ага. Да, целитель. Он разработал комплекс физических упражнений. Он 10 лет жил в Непале, в монастыре, и там изучал разные энергетические практики. Просто вот взял и разработал такой комплекс. Там ничего особенного нет, просто физические упражнения. Проходят занятия у него в загородном особняке в течение 2 выходных дней. Все это время группа учеников находится на территории школы. И непонятно, там чем занимается, типа гостиницы. Да? Нет, там ничего такого особенного нет. Там что-то типа гостиницы. Мне эти занятия очень помогли. Это знаете, просто как гимнастика, как была? Йога. Да, да. Угу. Я раньше была просто комок комплексов. Но Матвей Павлович меня раскрыл, научил жить в балансе и гармонии. Ой, и титька. И да. Вы на эти занятия решили повести и дочь. Ну а здесь ничего такого нету. Просто там дыхательные упражнения. Там ничего плохого нету. В сауну мы ходили отдельно, мужчина от женщины. Ваш супруг беспокоит, что у ребенка было отравление. Хорошо. Пока не ясно. Поэтому, Татьяна Борисовна, может быть, вы Я сейчас объясню всю эту ситуацию. Значит, во-первых, мы пообщались с ребенком, спросили, как там она вообще, что она думает относительно развода родителей. Она сказала, что она категорически против развода, и что ей будет очень плохо, если родители разведутся. Она любит одинаково и папу, и маму. И с кем она из них хочет остаться, она не знает. Она не может определиться. И еще она сказала нам, что после посещения психолога, этого целителя, она плохо себя чувствует. Мы у нее спросили, что ж там такое было-то у этого целителя. Она говорит, что 2 выходных дня они с мамой поехали, там еще была группа людей, в какую-то энергетическую школу, которая называется «Источник света». Там они жили по очень жесткому расписанию, рано вставали, принимали пищу в определенное время, а все остальное время это было или физические упражнения, или какая-то иная физическая нагрузка. Потом там была еда, я поняла, почему ей, собственно, ей стало плохо. Она не привыкла к такой пище. Там была чисто вегетарианская еда, никакого белка. Она ей не наедалась. А это ребенок, которому 15 лет, ей просто этого мало было. А там была зелень, все эти петрушки и овощи. Все это полито оливковым маслом. Она этого всего переела, и у нее, естественно, расстроился желудок. А так как... Она не может этим всем наесться, она 2 дня сидела голодная, она, соответственно, пришла, кушать хочется. Все, папа очень испугался, вызвал врачей. Врачи сказали, что вот это посещение целителя и ее самочувствие, оно никак не связано. Наши специалисты специально поехали в этот источник света. Что там сказано? Это, ну да, он называет себя целителем, но это спортивный клуб веганский, который пропагандирует здоровый образ жизни. Сауна там, да, действительно есть сауна, есть там какие-то настои и так далее, которыми они обливаются. Ничего опасного для жизни и здоровья ребенка там нет. Мужчины в одну сторону, женщины в другую. Угу. Мы когда вернулись... Он мне под вечер начал звонить. Mm-hmm. Звонить и орать, что Настя умирает, срочно приедь. А потом выяснилось, что она ей поплохело в школе, она вернулась домой. А ему зачем-то сказала, что ей плохо именно после занятий Ольга с Матвеем Павловичем. Мы, женщины, с ребенком можем по 20 лет заниматься все болезни, все исправляемся. Остается папа на 15 минут с ребенком, уже катастрофа. Mm-hmm. Вы это знаете. Я понимаю. Это совершенно не повод для того, чтобы расставаться. Ну вы понимаете, он покидал мои вещи в чемодан и выгнал меня из квартиры. А девочку увез в загородный дом. И перевел на дистанционное обучение, потому что не хочет, чтобы я с ней общалась. Он мне звонить ей запрещает. Даже сейчас перед судом я не смогла с ней поговорить, он не дает. Я очень надеюсь, что вы мне вернете мою дочь. Татьяна Борисовна, а если вдруг супруги расстанутся, вы с кем видите, чтобы ребенку было? Ну, там действительно жилищные условия, конечно, лучше у папы. Там и загородный дом огромный, и квартиры, и доход у папы больше. Но девочка сама хочет остаться с мамой. У мамы жилищные условия вполне приемлемы. 63 метра квартира в центре города, хорошая квартира, школа рядом, все прекрасно. И мама вполне адекватна, она не представляет, как папа говорит, никакой опасности для ребенка, она не подвергает ее жизни опасности. Ваша честь, не совершайте ошибку. Поэтому мы Оля себя сейчас белую пушистую показывает, а на самом деле она лживая, двуличная. Я прошу вызвать моего свидетеля, Никонову Юлию,
И она расскажет, почему мы должны развестись и почему дочь должна остаться со мной. Хорошо, если такую информацию нам свидетель предоставит, с удовольствием выслушаем Юлию Никонову. Никонова Юля, вы? Да. Пройдемся. Да. Большая, нормально сидеть, там да, все. Ольга Евгеньевна, но вы тоже, знаете, здравствуйте, вы Никонова Юлия Леонидовна. Юлия Леонидовна, скажите, пожалуйста, вы считаете, что ребенку что-то угрожает, и именно поэтому этот брак должен быть расторгнут? Я считаю, что ребенка просто невозможно оставить у матери, которая, не стесняясь ничего, прям практически на глазах у ребенка изменяет своему мужу. Что ты говоришь такое? Кто кому изменяет? Вы, что за все. Бред? Вы изменяете ага. Виталику. Где я ему изменяю? Так, пожалуйста, с кем конкретно, когда, где, при каких обстоятельствах, откуда вам это известно? Называйте источники суду. Смотрите, я работаю в доме Захарченко, занимаюсь хозяйством, и вот в тот момент, когда я однажды убиралась на кухне, там был Олин ноутбук в открытом виде, видимо, в спящем режиме. Я случайно его тряпкой задела, и экран, соответственно, открылся. Там очень интересная переписка оказалась о том, что ей там пишет какой-то Матвей, постоянно ей говорит о том, что хочет ее как женщину, что счастлив, что она появилась в его жизни, говорит, люблю, не могу, все, мы с тобой перевернем вместе землю, наши энергии соединились. Но я сразу поняла, что это какой-то ненормальный с вот этой школы, в которой она проводит все свои практически выходные. Это все неправда. Да какая неправда? Я сам видел эти письма. Я сфотографировала эту переписку и могу ее показать. Если сейчас. Даже мне кто-то написал, это не значит, что я тебе изменила, что я ответила на это письмо. Письмо вообще это не измена, и тем более не повод забирать у меня ребенка. А какой смысл тогда туда уезжать на все выходные? Ваша честь, я прошу пригласить моего свидетеля, Третьюка Матвея Павловича. Это как раз тот самый целитель и руководитель школы энергетических практик. Он расскажет, почему дочку надо оставить со мной. Да. Хорошо, я попрошу пристава. Посмотрите, пожалуйста, если Матвей Павлович Третьюк уже появился, тогда пусть сразу проходит. Матвей Третьюк, вы? Пройдемте со мной. Я тебе еще раз говорю, если мне кто-то написал, это не значит, что я на эти письма отвечаю, да? Мне вот интересно, вообще... почему она лазит по моему компьютеру. Да я не лазила, это произошло случайно, я же сказала. Конечно, случайно. Зачем мне это нужно? Ой-ой-ой. Тряпочкой протирала. Здравствуйте, Матвей Павлович. Скажите, пожалуйста, вы... Матвей Павлович, с вами все в порядке? Да, ваша честь. Хорошо. Все хорошо. Нет, просто вы создаете вот эти вот пасы, и они на меня влияют очень сильно. Энергетическое поле не может вредить человеку. Нет, оно не вредит, оно сбивает меня с мысли. Я вопрос не могу сформулировать. Пожалуйста, давайте сосредоточьтесь на мне. Поля никакие сюда не засылайте, пока я не закончу допрос свидетеля. Вы мне скажите, значит, девочка Анастасия, дочка ответчицы, была у вас, как я понимаю, только один раз в вашем клубе, или как это называется, секция, кружок? Да, я наблюдал за ней 2 дня, когда они были на моих тренингах выходного дня. А, тренинг выходного дня, хорошо. У девочки очень сильное энергетическое поле любви к матери. И такая же черная полоса страха по отношению к собственному отцу. Девочка боится отца. Он ее чем-то напугал в детстве. Ольга мне рассказала, что отец до 12 лет ее воспитывал ремнем. Да я и пальцем ни разу не тронул поле, дочь свою. Что ты говоришь-то? Энергетическое поле врать не может. Оно говорит о том, что энергетическое поле девочки... входит в конфликт. Ольга Евгеньевна, вот смотрите, вы приглашаете, простите, пожалуйста, вы приглашаете суд для того, чтобы он подтвердил вашу благонадежность. И то, что девочка, находясь с вами, не подвержена никакой опасности. Вы приглашаете вот этого костюмированного товарища. Простите, пожалуйста, опасности. Вы понимаете, какой вы портрет создаете перед органами опеки и попечительства, перед судом? Я разговаривал с девочкой наедине, давайте уже говорить проще, светским языком, если духовный мир. Давайте светским попроще, да. Я разговаривал с девочкой наедине, я всегда разговариваю с теми, кто впервые посещает мои тренинги. И она мне рассказала, что ее отец уже давно имеет тайные отношения со своей домработницей из деревни.
и пытается навязать эту недалекую женщину в качестве мамы. Это я-то недалекая, это на себя посмотри. И... Так, подождите, может быть, вы и далекая, но скажите, честь. А у вас есть взаимоотношения какие-то с Виталием Александровичем, помимо того, что вы являетесь помощницей по хозяйству у них дома? Я не хотела бы это здесь обсуждать, но я отношусь к Виталию Евгеньевичу очень хорошо. Хорошо вы относитесь. Ваша честь. А у меня вопрос к органам опеки. Скажите, пожалуйста, когда ваш психолог беседовал с ребенком, выясняли этот вопрос, что у отца есть какие-то отношения на стороне? Девочка ничего об этом не говорила? Ну, мы думаем, она в курсе. Она вот так прямо она не стала по этому поводу говорить, но зато она сказала, что не надо ее оставлять с отцом, потому что отец, как только они разведутся, видимо, он скоро женится, тогда ей придется называть мамой чужую женщину, которую она не хочет называть никого мамой, кроме своей родной. То есть ребенок родной об этом догадался? Нет, ну ваша просто, честь. Чтобы да, как вот источник поэтому, информации Виталий, мы не использовали тот. Поэтому только с мамой она. Потому что поэтому ты нашел себе бабу по интеллекту. Да, я могу сказать, чтобы говорил. Да. Что... Вот только с ней дочку свою я делить не намерена. Девочка. При разговоре. А я что должен с этим долбоносым? Подождите сейчас, секундочку, давайте все-таки Матвея Павловича... Ты сейчас даже не споришь, что тихо. Ты эту крестьянку в постель затащил, да? Ты не отрицаешь это. Ну, они здесь это обсуждать не будем. Я поняла. Матвей Павлович, ну хорошо, давайте сейчас дадим вам высказаться. Ваша честь, девочка при разговоре наедине со мной, она рассказала, что ее отец имеет уже отношения с этой недалекой женщиной больше года. Да ты достал. И он навязывает ее... Как в качестве мамы. И девочка очень боится. Слышь, ты целитель боится. Непонятный. Ты что здесь разговоры свои разговариваешь, а? Лин, так, 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 чё, так. Лин, отсюда. Энергия. Лин, черная линия, уйди отсюда. Успокойтесь. У него черная аура. Успокойтесь. Матвей Павлович. У него черная аура. Выставить надо было энергетическое поле. Девочку никак нельзя отдавать отцу. А вы... Ладно, Матвей Павлович, ну хватит тут пасы руками. Да. Вы... Это... У него черная аура. Нельзя отдавать девочку. Только с матерью девочки. У меня вопрос к органам опеки и попечительства. Татьяна Борисовна, вы не возражаете, если мы сейчас вызовем Анастасию и все у нее спросим? Да, она здесь, она вполне может сказать. Хорошо, тогда хочет. Пригласите, пожалуйста, Анастасию. Она уже ожидает. Да не лазила я, это случайно произошло. Да, Анастасия, пройдем со мной. Какие молодцы. Заняться больше нечем. Настя, скажи, пожалуйста, Настенька, если вдруг родители расстанутся, тебе с кем будет лучше жить? Я не хочу, чтобы мои родители разводились. Я себя и так плохо чувствую. Врачи не знают, что со мной. Если они разведутся, я боюсь, что я умру. Настя, скажи, пожалуйста, а вот у господина Третьюка там на занятиях, на курсах ты была один раз? Да, я была один раз. Да. Она один раз была на занятиях. Настя, а ты почувствовала себя плохо после занятий у господина Третьюка? Я не могу точно сказать. Может быть, это было после занятия. Может быть, это было после обеда, который приготовила наша домработница Юлька. Она туда тухлые овощи кладет. Ее вообще уволить надо. Настя, что несешь? Ты вообще обнаглела, что ли? Не разговаривай так с моим ребенком. Так, с ребенком своим не разговаривай. И, кстати, готовишь ты не очень. Накинулись. Нет, ладно, готовлю не очень, но у меня есть другие достоинства, которые тебе очень даже нравятся. И вообще... А можно здесь такие вещи не обсуждать? Почему это? Ну, может быть, вы действительно пытаетесь ребенку испортить еду? Вообще непонятно, чего ребенок ест, если ей все время плохо. Простите, пожалуйста, этот ребенок пытается испортить всем жизнь и всех обманывать. Она врушка и манипулятор. И посмотрите, она строит из себя тут ангелочка, родители за нее заступаются, а она на самом деле имитировала свою болезнь. Что значит имитировала болезнь? Она брала со стола остатки еды, забирала их с собой в комнату, брала еще стакан воды, видимо, там измельчала их, потому что тошнило почему-то только в комнате. Измельчит, да и все. Да что ты гонишь? Не могла моя дочь врать. Да могла, она именно так и делала. А температуру знаешь, как она поднимала? Как? Я заметила, что у меня на кухне начал пропадать перец, просто по каких-то промышленных масштабах. Заметила, потому что у Насти белая кофточка испачкана перцем. Я начала наблюдать за ней. В итоге оказалось, что она его ворует, натирает себе подмышки перцем, кладет туда градусник и повышает себе таким образом температуру. Какая хитрая. Так, ну раз ты это знала, все, а что ты не говорила-то так, ничего? Так, в смысле, как? Когда так, я тебе могла об этом сказать? Подождите, Виталик, давайте у Насти. У она Насти... молчала, знаешь почему? Потому что ей наша ссора из-за мнимой болезни Насти очень выгодна. Да, она думает, что ты со мной разведешься, а на ней женишься. Да, какая мнимая болезнь Насти? Подождите, Настя, ты действительно подмышку перцем натирала, чтобы температура была?
Настя, ты имитировала болезнь? Настя, признавайся. Настенька, ты в суде, ты сейчас не имеешь права обманывать, ты должна сказать правду. Ну все из-за этой вот, из-за этой Юльки, потому что она вот приехала из своей деревни, пусть она уезжает обратно. Да, да, я имитировала. Все это для того, чтобы мама с папой были опять вместе. Вот этот Третьюк опять к маме клеится. Юлька отца уводит из семьи. Я хочу, чтобы все было как раньше, чтобы мы вместе ездили на море, чтобы Новый год вместе справляли. И из-за этого я притворилась больной, потому что когда раньше я болела, мама и папа всегда рядом со мной были. Я думала, что они и снова будут рядом со мной. И что, бросить свои Третьюка, да? И Юльку. Эти Настя, люди просто... Хорошо, родители, прости, дорогие, ребенка мы услышали. Мы не думали, что она так страдает из-за наших ссор. А, Ольга Евгеньевна, вы не возражаете, если Настя подождет в комнате психолога, пока мы закончим процесс? Да. Я попрошу пристава, проводите ребенка. Да, проводите ее, пусть там она... Настя, подожди, пожалуйста, пока. Успокойся. Не расстраивайся, не волнуйся. Оль, что мы как не родные? Ну, давай, может, сначала все начнем. Ну, Виталик, ну что значит сначала? Ты меня сейчас здесь при всех в измене обвинил. Я тебе не изменяла. А ты мне нагло вот рога наставлял с вот этой вот. Да ну прости ты меня. Ну ты с этой школой своей тоже оставила меня без секса. Это ходит, хвостом виляет, я и сорвался. В смысле хвостом виляет? Ты вообще помолчи. Ты говорил, что любишь меня. Да ради меня. Насти. Че там, ради Насти, прости меня. Не будет больше ничего такого. Все по-другому будет. Я тебе обещаю. И с магазином тебе буду помогать. Ну, пожалуйста, ну что? Виталий Александрович. Ладно. Если он не будет больше, вот если никаких баб и никаких наездов из-за работы, я готова дать нам еще один шанс. Тем более, ну, как бы у меня есть к нему чувство. Суд удаляется для вынесения определения. Вот и оставайтесь вместе, вы друг друга стоите. Далее в программе. Оль, ну зачем ты-то завали эту ересь полоумную всю повторяешь? Ну, ваша честь, не такой я плохой. Это правда. Не такой я плохой, как все рисуют. А попугая кто убил на глазах у детей? Да не помню я такого. Валентина Гришина устала бороться с беспробудным пьянством мужа Егора. И после очередного запоя супруга решила с ним развестись. Егор против развода. Он не считает себя алкоголиком и упрекает жену в недостаточной заботе, а кроме того, как порядочный мужчина не хочет бросать троих детей. Оглашается определение. Производство по делу о расторжении брака и разделе супружеского имущества и об определении места жительства ребенка прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, потому что Захарченко Виталий Александрович отказался от иска, и этот отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Правовые последствия отказа от иска имущественного характера. То, что истец повторно с иском о разделе совместно нажитого имущества не обратится, истцу разъяснены и понятны. Виталий Александрович, я надеюсь, вы больше никогда не будете подавать иск о расторжении брака, а самое главное, о разделе имущества, потому что то имущество, которое у вас имеется на сегодняшний момент, вы уже не поделите. Хорошо, я понял. Пожалуйста, это учтите и постарайтесь жить в мире со своей супругой. Судебное заседание объявляется закрытым. Извини, а ты. Да. Просто... Ольга Евгеньевна, пойдем. Я очень вам советую прошу прекратить всех, с этим пойдем светом и найти в другой дом работу. Ресторан? Ты меня собирался вести в ресторан? Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым.
Слушается дело по иску Гришиной Валентины Алексеевны к Гришину Егору Васильевичу о расторжении брака, о разделе совместно нажитого имущества. Дома стоимостью 6 миллионов рублей и машины стоимостью 500 тысяч рублей. А также о взыскании алиментов на содержание двоих несовершеннолетних дочерей в твердой денежной сумме. Ответчик Гришин Егор Васильевич против развода и раздела имущества возражает. Хотя алименты не оспаривает. В браке вы состоите 19 лет. У вас дети Ксения, ей 18, Анастасия, ей 14, и Варвара, ей 3 годика. По взаимному согласию супругов место жительства несовершеннолетних детей определяется с матерью. Валентина Алексеевна, причину развода, пожалуйста, сообщите суду. Потому что у меня просто больше нет сил жить с алкашом. Он же запойный алкаш. Он пьет беспробудно и может несколько дней дома не появляться, пропадает где-то и пьет. И последний раз, когда он напился и потратил всю зарплату неизвестно куда, он пришел домой, и я ему сказала, что все, теперь я точно подам на развод. И он исправился, вы знаете, исправился и целый месяц не пил. Он клялся и божился, что больше никогда этого не будет. И действительно, и по дому начал работать, по хозяйству, забор поправил, дома краны починил. Я не могла нарадоваться. Я думала, что действительно все, ну пережили мы этот кошмар. Однажды приходит и говорит, пришел с бутылкой и говорит, надо Леху помянуть. Леха – это его друг, они вместе работали. Ну раз такое дело, хорошо. Я накрыла стол, давай, сядем, помянем. Он со мной, вы понимаете, со мной сел, стопочку выпил и все. И мы пошли спать. Утром я просыпаюсь, его рядом нету. Иду на кухню, бутылки этой нету. Он, значит, ее нашел и выпил. Я пошла сразу в гараж, потому что там он обычно со своими дружками пьет. В гараже стоит машина, у машины крыло помято, его нету. Он явился только через 2 дня. Я к нему, естественно, ну, с упреками, где ты был вообще, где ты бродил опять? А он злой, как собака, он просто рассвирепел. Да ты кто ты такая? Да ты мне ноги должна целовать за то, что я тут всех вас кормлю. Он меня так швыранул, я об косяк ударилась, я думала, я не встану вообще после этого. И он рассвирепел еще больше. Он дома начал крушить мебель, разбил телевизор. Пошел к детям в комнату, там у нас клетка с попугаем. Он вытащил этого попугая и его придушил. Вот что с вами будет, если вы меня не будете слушаться. Вы понимаете, он неадекватный, и жить с ним невозможно. Ну, в общем, он держался, потом опять запил, опять сорвался. Да. И вы больше в него не верите. Ну, вот у меня такой вопрос. Вы ведь столько лет прожили. Как вы решились, если он всегда был таким, рожать 3 детей? Он не всегда был. Не всегда был таким. Сначала, когда мы только познакомились, он был хорошим, как семьянином. Мы познакомились на фабрике, работали вместе. И он стал ухаживать. Потом я забеременела, он предложил пожениться. На фабрике тогда очень хорошую зарплату он получал. И плюс еще он подрабатывал у нашего соседа на участке. А у соседа участок был очень большой, около гектара. И когда у них встал вопрос об оплате, сосед предложил рассчитаться с ним земельным участком. Он от своего вот огромного участка выделил 30 соток земли. Не знаю как, но в общем они все это оформили. И так у нас появился свой участок. И мы решили строить дом. И получается, когда 2-го ребенка я рожала, я уже заехала в наш собственный дом. Вот. И пока я была в декрете, он сказал, что ты из декрета можешь не выходить, занимайся хозяйством, я вас прокормлю. Ну, действительно, кормил. Я согласилась, потому что у нас и огород был, и хозяйство мы держали, там живность разную, на все хватало. Ну, вот 3-го ребенка я, конечно, не планировала, это случайно вышло. Скажите, пожалуйста, а вот вы пытались мужа как-то лечить? Ну, к наркологу обращались, в клинику конечно. В какую-то? Я ему говорила много раз, ну, когда заставала его трезвым, что это уже зависимость, что нам нужно от нее избавляться, что это мешает жить. Но он все время говорил, я не алкаш, я могу остановиться в любой момент. То есть он не считает себя больным, у него все в порядке, ему так нравится. Угу, понятно. Хорошо, ваша позиция ясна. Егор Васильевич, вы как-то можете прокомментировать слова супруги? Ну, это действительно серьезная причина. Вася, где это серьезно? Алкаш, он как? Он хочет, пьет, не хочет, тоже пьет. Я 20 лет уже за рулем, ваша честь, ни разу никто меня за рулем пьяным не видел. И даже предлагают, а я знаю, есть там работа какая, я не пью.
И всю семью кормлю, содержу, все я себя держу в руках. Это все неправда, нормально я все... да, бывает, выпью с мужиками, но так вы посмотрите, все ж кругом пьют. Ну, все понятно. То есть вы считаете, что вы себя контролируете и пьете только по поводу, только тогда, когда считаете это уместным. Безусловно, ваша честь. Mm-hmm. Вот она меня пилит, как вот цепная пила у меня, конечно, знаете, дома. С утра до ночи я слышу это. Ну, а зачем вы пьете? Ваша честь, фабрику закрыли, заводы, фабрики стоят, наша тоже встала. Ну. Надо как-то стресс снимать-то, ёпт-макарёк. Ах, у вас стресс, да? А пойти поискать себе какую-то другую работу или заняться домашним хозяйством, попробовать что-то дома, конечно, починить, что-то дома новое построить. Вы так стресс не можете снимать? А я и нахожу периодически работу, иначе бы с голодухи все померли бы давно уже. Угу. Но стресс надо снять. Стресс и надо и обязательно снять спиртным. Да, ваша честь. Вот поэтому с ним жить и невозможно. Даже дети уже видят вот эту всю ситуацию. Пригласите нашу старшую дочь. Она объяснит, что у нас дома происходит. Хорошо, ваша старшая дочь Ксения Гришина, она ожидает, и мы сейчас ее приглашаем. Веди себя достойно. Это тебе уже Ксения лишь... Гришина, кто? Вы? Пройдемте. Вот сюда проходите. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Суд интересует, как вы относитесь к тому, что ваша мама, как я понимаю, потеряв терпение, подала на развод? Ваша честь, я поддерживаю маму, потому что, ну, правда, с папой жить невозможно. Я, честно, я раньше его очень любила. И он каждую свободную минуту с нами проводил. Он нам там домик на дереве построил, все нам завидовали. А сейчас, он сейчас нормальный, когда не пьет. Только это становится, почти не происходит. Все реже и реже. Чтобы мы заставали его трезвым. И ладно, я, хорошо, я через год закончу школу и поступлю в Москву учиться в педагогический. А у меня-то сестры еще две остались, они как будут? Я просто, я не представляю. Мы как-то вернулись, тот попугай был задушен папой. Потом ночью он к нам ворвался в комнату, мы с Настей спим, это моя младшая сестра, вот, мы с Настей спим, он срывает с нас одеяло и говорит, что сейчас я вас научу, как беречь честь молоду. Вот видите, а еще мы с моим одноклассником дружили, мы даже не целовались ни разу. И нас как-то папа увидел Сережи, и он набросился на него, стал ему морду бить, говорит, что не подходи к моей дочери. Сейчас просто от меня все мальчики шарахаются, и поэтому, конечно, я поддерживаю маму, но это невозможно. Ваша честь, я знаю этих чертей деревенских, с которыми она гуляет, им грех табло не разбить, а то я знаю, к чему это приведет. Придет брюхатая, никому даром не нужная домой. Я, можно, ваша честь, мою мать приглашу в свидетели? Ну, хоть мать подтвердит, что никакой я не алкаш. Ну, Гришина Алевтина Павловна, ваша мать, она ожидает, если она сможет подтвердить, что вы не алкаш, суд с удовольствием это услышит. Алевтина Гришина, вы? Да, пройдемте со мной. Чего ты такое лицо угрюмое сделала? Она не хочет с тобой разговаривать. Алевтина Павловна, здравствуйте. Рядом с сыном становитесь. Алевтина Павловна, вы знаете, что сейчас складывается непростая ситуация в семье вашего сына? В курсе ли вы, что у него серьезные проблемы с алкоголем? Ваше мнение об этом? Ваша честь, я вам так скажу. Если муж пьет, значит, жена виноватая. Конечно. Да, Валя, что ты там глазенишь? Я что, не права? Нет. Ну, вы когда-то жили, да, хорошо, я согласна. Ты была как за каменной стеной за ним. А сейчас, как только пошли ее трудности, ты решила от него избавиться. Так надо до мужа-то уважать, любить его, и тогда он не будет петь. За что уважать-то его? Посмотрите на него. И у меня тоже супруг мой, царство его небесное, он тоже пил. Но дело в том, что я-то семью сохранила, я его не выбросила на улицу. А она что творит? Она такая, даже не может это, она и детей против отца настраивает. То есть ваш сын ни в чем не виноват, а его супруга виновата, детей настраивает, нет, не против него нет краски сгущает. Я не то, что его защищаю, но сейчас расскажу, еще один случай произошел. Вот так вот. У нас у дочери было день рождения, у внучки, у второй. И они решили пригласить одноклассников, отметить. Mm-hmm. Она мне названивает, я сейчас к вам Егор отправляю, вы, пожалуйста, его там по хозяйству как-нибудь его по дочь подержите. Вы скажите, что как бы вы просили. Вот. А потом уже ночь будет, там пусть он у вас переночует.
Я боюсь, знаете что? Дело в том, что он придет, опять напьется, как она говорит, и дети напугаются его. Конечно. Вот. А вы понимаете, почему она это делает? Зачем она его с детского праздника отправляет к вам? Нет, но дело в том, что я хочу сказать, какой муж должен... Он зачем жениться? Чтобы дома ночевать у родителя или дома его с женой рядом спать? А вы не предполагали, что детям стыдно? Нет, так и он... она боялась, что детям да, будет стыдно, нет, что он дело напьется. Нет, но дело в том, что он же не пришел ночевать. Она же вот сказала не, его не отпускать, я его не отпустила. Но дело в том, что, ну вот знаете, что я хочу сказать? Вот он все равно, она его все-таки выгнала на, ко мне домой жить. А я все-таки в годах. Но вот честно я говорю, я уже с ними справляюсь. Вот когда особенно пьяный. Ну извините, но так вот. Вот ну, вы же тяжело. Говорите, что он нормальный. В чем тогда проблема? Ну когда выпьет, да. Вот ага. Выпьет, я согласна. А выпьет он постоянно? Нет, у меня не постоянно. А нет. Как? А как ну, часто? Как-то, ну, бывает выпьет. Ну а и в чем что? Проблема? В чем справляться надо с ним? А, не, я не смогу. У него жена есть. Пусть идет к ней. Это что такое-то? Почему я должна? Я его вырастила для кого? А что он делает-то? Он ничего. Он я делает? Не знаю, что он там делает. Нет, у вас нормально. Что он делает? У меня ничего. У меня работает. У меня помогает. Там дрова там находит. Наш дом. Такой чё, хороший. Ты? А что ж справляться с ним? Пусть он у вас живет. Нет. У так она, есть, на кой ляд я женился, у вас есть? Вот именно. Видать, он, когда пьяный, не так хорош, что вы его хотите у себя оставлять. Конечно. Да, я согласна с вами. Но все равно, я считаю, что нет. Женился, пожалуйста, живи там. Все, я от тебя откорчиваюсь. Все. Ваша честь, давайте, пожалуйста, пригласим мою сестру. Она в курсе ситуации, которая происходит у нас в семье. Ну, ага, да. Сестра, какая же? Как зовут сестру? Ольга. Честно тебе говорю. Непонятно, чего ваша там. Сестра Никитина Ольга Алексеевна уже ожидает. Сейчас проходит в зал. Не, надо считать, типа, надо было лучше сына. Никитина Ольга, вы? Да. Я пройду со мной. У меня есть свои дети, я воспитаю их. И его воспитывайте, чего тогда? Пожалуйста, тишина, пожалуйста. Ольга Алексеевна, здравствуйте. Ольга Алексеевна, ну вы наверняка знаете, какая непростая ситуация в семье вашей сестры. Да, ваша честь. Знаете, да? Что вам известно и ваше мнение суд хочет услышать? Мне не только известно, я даже помогала сестре вытаскивать Егора из этой бездны. Я даже предлагала Валентине... положить его в клинику, как только все это пьянство у него началось. Но она сказала, что это само пройдет, потому что фабрику закрыли, он нервничает, он расстроился, что попьет и все пройдет. Ну, на самом деле это не прошло, все только стало хуже. Я дважды убедила Егора все же лечь в клинику прокапаться, но эти капли помогли ему ненадолго. И знаете, ваша честь, лучше, конечно, развести Валентину с Егором, пока он не начал вещи пропивать. Ну, понятно. Оль, еще и дети страдают наверняка. Оль, дети очень Оль, страдают. Да. Оль, ну зачем ты-то завали эту ересь полоумную всю повторяешь? Ну, ваша честь, не такой я плохой. Это правда. Не такой я плохой, как все рисуют. А попугая кто убил на глазах у детей? Да не помню я такого. Ваша честь, пригласите хотя бы вот Алексея Никитина. Вот Тистек подтвердит, что не такой уж я и плохой, и алкаш, и прочее. Никитин Алексей Игоревич также был ранее вызван, и сейчас пусть проходит. Алексей Никитин, вы пройдемте. Посмотрите, папа, чуть. Вон посмотрим, послушаем. Здравствуйте, Алексей Игоревич. Здравствуйте. Алексей Игоревич, ну что вы можете сказать о своем зяте? Ну, что, ваша честь. Ну, вот я, конечно, дочку люблю, но тут она не права. Ну, зять у меня просто золото, вот, понимаете? Вот, вот такого рукастого мужика во всем городе не сыскать. Он, ну, он дом за полгода своими руками построил. Все построил. Вот, вот даже резные наличники сам сделал, представляете? Вот, он... Но он все время, все для семьи, для семьи. А жена, ну нет бы его похвалить. Она все... Так она за наличники его и хвалит. А вот то, что он пьет запоями, не просыхая, дети страдают. Вот из-за этого она хочет так... разводиться. Неужели вам это неизвестно? Ваша честь, так... Ну, вы понимаете, она вот все время на него наезжает только. А то баню ей, то парник. Нет, ну я, конечно, понимаю, что мужик должен помогать жене по хозяйству. Но ведь отдохнуть тоже надо, ну поймите. Ну, отдыхает там посидеть, по душам поговорить.
Ну, ваша честь, ну, бывает, бухнет, ну, иногда на неделю зависнет. Ну, ваша честь. Ну, на неделю-то, это же в меру, ну, о чем вы говорите? Ваша честь, ну, понимаете, ну, кризис у него среднего возраста. Ну, вот когда Валентина третью девку родила, ну, он так переживал, ну, я его понимаю. А переживал-то за что? Ну, ребенок здоров родился, надеюсь. Ну, у меня у самого две. Девочки. Нет, ну я, да, ну я, конечно, люблю и дочек, и внучек. Ну, понимаете, ну, мужику хочется пацана, ну, чтобы фамилию продолжил. А, так у него стресс из-за того, что она не сына родила, а девочку. Ну... И он все никак отойти от этой трагедии не может, да? Да. Ну, ваша честь. Это повод. Нет, ваша честь. Ну, вот понимаете, я считаю, что надо не разводиться, а дальше рожать. Ну, пока. Поняла, пока парень я у вас даже позиция такая. Вот... Надо не разводиться, а терпеть, терпеть, терпеть. И пусть делает все, что хочет. Нет, так, папа, так ты он его не все, что хочет. Потому что вы вместе пьете. Вот я только. Да где мы вместе допьем? У меня вообще своя компания. Ой, мне уже перед матерью даже стыдно. Она его столько лет пыталась отучить от привычки выпить. Теперь, пожалуйста, вот. Новый подарок ему. Зятек-алкоголик. Это ужасно вообще. Нет, да ваша честь, что? Разведите нас, пожалуйста. Только пусть из имущества нам останется дом. Потому что все-таки у меня дети, нам надо где-то жить. У вас трое детей, да, и вы желаете, чтобы дом все забирает. Остался у вас, Егор Васильевич. Вы не против такого раздела ваша имущества? Я против развода вообще. А что ты задумала? Дом себе? Конечно. Это же ты знаешь, что его Егор строил, пока ты в декрете-то была. Ну и что? И как это же, ну и что? Это его дом-то. Ну ладно, так, давайте так договоримся. Там три внучки. Им тоже где-то надо жить. Конечно. Давайте наполовину. Половина ему, половина детям. Алевтина, да ты от жадности, ты не помрешь. У тебя свой дом в два раза больше. Слушай, вот ну неужели там не найдется место твоему сыну, а? А Валентине нужно девочек поднимать. И ты, же, ты же крышу внучеку своих забираешь. Ну... Между прочим, пить-то начал, он у вас. Вы-то его там заставляли работать все время. Работа, работа. Пожалуйста, Егор. Так он же в семье работал-то. Да не надо в семье. У тебя-то какая семья? Ты отдельно жил. Он у тебя постоянно жил. Вы там и пили вместе. Вот так вот я хочу да сказать. Да ты что такой? Вот вы сейчас, когда все у вас построили, вы его выгнали. Вы неблагодарные. Вон и дочки у вас такие же, что одна, что другая неблагодарная. А я при чем, Алевтина Павловна? Это вообще моих дочек не трогай. А ты уже молчи уже, Оля. Уехала в Москву. Нашла там себе мужика, прописалась у него, выгнала его потом, и что? А потом через год сына родила. А нам сказали, от какого-то мужика. А вот это уже не ваше дело. Да. Я еще племяшку к себе заберу, когда она учиться поступит. Ваша честь, у нее всегда все другие виноваты, кроме нее самой. Угу. Если б не я, Егор вообще бы загнулся. Это я спасла его от смерти. Вот я именно его, я на своем горбу его тащила по морозу к себе в квартиру. Да якобы. Я вызвала скорую. Я его вожу по клиникам на капельнице. Он ко мне часто приезжает, и я его за свои деньги, за своим горбом заработанным, подожди. Я вожу его по клиникам. Оля, что значит часто приезжает? А почему я об этом не знаю? Ты мне ничего не говорила? Валь, ну какой был смысл рассказывать? Ну, ты же все равно на развод подала. Ваша честь, извините, я подумал так. Валя, я вижу, она серьезно настроена. Конечно. Пускай и дом забирает, все вещи, все. Я только машину возьму. Я один лет в этом нашем. Я не смогу больше жить. Я в Москву уеду. Черт с ним, пусть забирает все. А Москва вас прям так и ждет. Вот без вас никак не обошлись. Что вы там будете делать? Да уж найду. У меня руки ни чай, ни из одного места растут. Ваша честь. Ваша честь, это хорошая идея. Давайте, раз уж Егор согласен, моя сестра согласна, давайте их разведем и на этом закончим. Я не поняла, Оля, а что ты такая радостная? Что ты стоишь, улыбаешься, как будто ты прямо этому событию очень рада. Ну, конечно, я помню, ты в школе в него влюблена была. Ну что ты молчишь, Оля? Отвечай что-нибудь. А если даже и так? Ты сама с ним разводишься. Ты сама на развод подала. Ты сама от него отказалась. Тебе теперь какая разница? Да, он теперь будет со мной. И к тому же у нас сын растет. У вас? Да. Так, подождите. У Егора Васильевича еще есть один ребенок. И это ребенок ваш общий. Да.
Так поясните, пожалуйста, суду. Я думаю, что вашей сестре тоже будет интересно. Я понимаю. Это получается тогда, когда он зимой в запой ушел и неделю где-то шлялся. Я потеряла его, не знала, где он. А ты потом позвонила и сказала мне, что эту неделю он был у тебя. Это было в январе после Нового года. А сына-то ты в сентябре родила. И сказала, что от какого-то женатого мужика. А получается, не от левого мужика, а от тебя, что ли? Валенка, да. От меня. Ты прости, родная, я тебе вот сразу хотел сказать. Ты пойми, ну как я тебе скажу, что я с твоей сеструхой кувыркался, тоже подумай. А вот так вот и скажешь? Ну не решился я. Ну вышло так, понимаешь? Нет, не понимаю. Ну а то ты не знаешь, как это все происходит. Валь, пойми, родная, без я ей сразу сказал, участия. Я тебя не уйду, Валь. Я детей своих не брошу. Я и так и сказал. Но, Валь, с утра до ночи вот эта дружба у меня на бензаке дома пилит и пилит. А у нее, понимаешь, и 100 грамм она нальет, и поужинает. Я и не нажирался там до этих синих чертей, понимаешь? Ага. И, Валюш, я люблю тебя, и всю жизнь любил. И ты я пойми, вижу. Но я не могу уже без нее. Там и все условия, и все чинно-благородно. И сын там у меня, Ромка, не дело, чтобы без отца рос. Подожди, Валь, прости меня, дурака. Но ведь вы знали, что он запойный алкоголик. Как вы рожать-то от такого человека решились? Вам не страшно было родить ребенка больного? Ваша честь, ну где сейчас найти нормального мужика? Егор хоть и пьет, но я помогу ему вылезти из этой синей ямы. И я, к тому же, люблю его с детства. Ну и к тому же у нас сын. Ну как же сын будет без отца? Ну ваша сестра тоже его любила, тоже тащила его из этой ямы, тоже родила ему троих детей. Не получилось. Но со мной он счастлив. Он любит мои борщи, он любит мои котлеты, да голубцы. Да у нее тоже и котлеты, и борщи были. Ух. Нужно же не только требовать с мужчины, ваша честь, но и отдавать. Вот, Валь, ты не смогла, а я смогу. Что это за жизнь такая, ваша честь? Что мы вот из-за такого вот мужика, еще мы его еще и делим. А что, плохой мужик, что ли? Смотри, какой. Слушай, у меня нет больше сил. Разведите нас, да, пожалуйста. Суд удаляется для вынесения решения. Оглашается решение суда. Суд вынес решение иск о расторжении брака и разделе супружеского имущества и о взыскании алиментов удовлетворить, брак между супругами расторгнуть, произвести раздел супружеского имущества, передать в собственность супруги земельный участок и жилой дом, передать в собственность супруга автомашину иностранного производства стоимостью 500 тысяч рублей. Взыскать с Гришина Егора Васильевича в пользу Гришиной Валентины Алексеевны на содержание каждой несовершеннолетней дочери алименты в твердой денежной сумме, равные двукратному размеру прожиточного минимума, установленного для ребенка ежемесячно до совершеннолетия каждой дочери. Суд передает в собственность супруги земельный участок и расположенный на нем жилой дом, а в собственность супруга автомобиль, потому что оба супруга с таким вариантом раздела согласны. Согласна. Такой вариант раздела был вами высказан в процессе. Также ваши родственники подтвердили, что такой вариант будет в интересах детей, так как дети, девочки остаются жить с вами. Решение суда всем понятно? Да, судебное понятно. Заседание объявляется закрытым.